Цветочек. Опрос у Миреллы. Цветочек. Куда этот цветочек? Она из школы ей это как на каникулы забирала. Ухаживать. Угу. Там цветочки раздавали всем, чтобы они дома за ними ухаживали. Нет, чтоб... у нас только были четыре. Один в том сильно большой нельзя было брать. Ага. Потом... А маленькие? Да. Раздали. А потом выбирал один ребенок. Угу. И потом выбрали меня первую, потом одну девочку и по-моему. Угу. Чтобы они дома, видишь, уже какой у нее тут детеныш отрос, блин, большой, детка. И, значит, с папой уехала пораньше, только перед нами, да? Угу. Деда, Мирелла сегодня встала без 10:06. Да ты че? Угу. И всех подняла. Это ты выспалась, да? Да. Ой, молодец. По старому времени всех их разбудила. Опа, что это такое у вас тут? А, там стоит какой-то. А, вон тот, что ли? Это тоже сюда. А тот тоже сюда. Что у вас сегодня? А, ну это ж перегруженность-то идет за счет того, да? Да и тут еще этот переход-то бывает. Туда-сюда дети топают. Ну что, вы еще долго ходили с Кристинкой за конфетами? Да. Да? Полную сумку набрали? Нет? Ну, тебе большая, конечно. Сейчас надолго хватит тебе до Нового года, да? Вот отнесли. Это дверь такая черная, это ничего не видно. Нам детская сумка. Да? Это он специально вас там подкараулил испугать. Да за свет не включал ничего. Мы так сдали. Давай пошли уже, а он спал. Убежали, да? Нет. Нет? Просто закричали? Нет, мы дали еще конфетки и убили. А, он еще потом испугал, потом конфеток дал вам. Да, и мы убили. Скажет, вот так вот я вас сейчас напугаю, да? Дедушка. Так поедем. Ну так блин, поедем. А что делаешь? Я еду, не ругайся. Видишь, что не показали с ворот. Нет, все равно. Ага. Был уверен, что мы туда поедем. Она сидела там. Не рассматривает. Сегодня целый день дождик будет, Мирелла, и ветер еще сильный. Смотри, на паузу выйдешь, чтобы тебя не сдуло. Угу. Такой ветрюган. Да лучше в школе оставайтесь. Если сильный дождь. Ну, сегодня, наверное, сильный будет, так нарисовано все, что сильный дождь. А если не будет такой сильный дождь, то надо выйти через кухню. Ну да, конечно, это подышать свежим воздухом. А то в школе-то это ж помещение. А ну когда дождь, конечно, куда? Никуда. Когда сильный дождь, то просто на пыль будет. Угу. А когда просто дождь, то на пыль. Все правильно. Они тоже хотят, чтобы вы проветрились. С народу подышали. Если
Учительница, что с вами, тоже на паузу выходит? Да. Так. Ну, я думала, вы сами. Это такая вопрос. Понятно. Я всегда три учительницы всегда могут. Понятно. А, то есть не все у них, наверное, дома не видно будет половина. А? А сегодня что-то мы забыли на него глянуть, да? Или ты видела? Видела? Опять моется, да? Как раз в то время едем, всегда моется. Умывается все время. И дорогу. Там ну, поедешь. Давай. Там поедешь, там машины едут, тут поедешь, тут соберутся. Ну тут пусто с этой стороны. Все выворачивают из школы, это отвозили детей. Куда вы едете? Там же машина. Или у них место есть. Ну, та притормозила. Блин, ты косой, а? Ехал медленно, мы успели. Ну, то есть, как положено вообще. По правилам, да? Да блин, косой, ёлки-палки, тянутся, блин. Деда, надо нам вертолет включить, да? Да. Винт на крышу приделать и полетим. Да блин, косой ты. Ёлки ты. Вот. И опять, да? Но... Ну, не нервничай. Успеем. Ворвала их всех. Воды добавляется в реке. Дожди, как пошли. Что, вчера отдохнула? Да ты что, ну, наконец-то увиделись, да? С мамой ехали? А, все. Молодцы. К деду ходили на фритву. Сильно слой. Царапал? Ты что это он разозлился? Кто его там разозлил, да? Хулиган такой. Ты что, опять поцарапал тебя? Я ты уже его не трогаешь теперь. Че как у Изы уже опять, да? Это что, выехать хочет? А, я не знала, Мирелла. У Изы была только, а теперь и у тебя тоже. А у меня на кошке и на собаке. Ну вот, значит, так тебе нельзя будет, как и папа с дедом, брать ни кошку, ни собаку, жить одной. А Белла? Выложи, Мирел, это Изина же. У всех собак не никакая аллергия. На кошках чуть-чуть.
чуть-чуть у нас было. На 7. Еще, а на собаках это не на это. А-а-а. Это что-то там. Ну что вы сегодня тут опять столпились, а разъехаться не можете? Ёлы-палы, да? Что, куда-то хочешь, да? Вместишься? Жука наша не вместится, да? Все вместится. Вместится? Что, все? Заходите. Ой, какой тут ветер, смотри. Ага. Ой-ой-ой. Пока. Пока. Ничего себе, верну такой ветруган. Подумал. Фиолетка сразу приготовила. Я еще хотел ей еще раз сказать. Приготовь конверт. Да. Забросим твое письмо. Она уже точно все приготовила. Что там, не видно машину? А нет. Едут или не едут? Не видно? Ну, понятно. Едут. И что, куда мы? Назад сдадим, вот. Ёлки-палки. Что он тебе показывает, выезжать? Я туда теперь, по очереди. Машина идется с данным. Здесь этот дурацкий. Не этот. Бордюр не здесь? Нет. Ниже? Или наоборот выше? Подожди, там еще. Да, вижу. Вон еще там идет. Ну, пускай подождем. Он уже все спешит. Нет. О, еще, блин. Ну, опаздывает же ведь уже 41 минута. Еще, что, блядь, там... А, и оттуда, что ли, или что, он туда заехал, или он так всегда ездит? Это... Не знаю. Там тот едет. Ну все, блин. А больше там не едут? Нет. Ямка. Оп. Что-то у них асфальт здесь застилают уже. Времени. Асфальт кончился. Ну, ёлка, бабай. Много. А Гермес тоже сюда. Ну, двигай давай, ёптвою мать. Вашу мать, и вы не двигайте кораблями своими. Че, куда нам? Письмо сбросить. Хотела там едет кто-то. Mm-hmm. Хотела в банк.
банат еще. Таблетки выписать, только за дню, потом мне просто заплатить квартиру. Так куда сейчас? Наговорила кучу. А мы как таблетки выписываем из дома? Может. Так, если выписываем, надо ехать домой, звонить из дома. Поехали. Кто? Нет, у меня Лёнка. Но Лёнке восьмёрки. Опять хламу выкидывают. Сейчас нет, подъедем. Просто я думал, что там где-нибудь. Его раз ты сюда поехал, то можно действительно закинуть куда-то. Если Серега блядь, успеет. Закидывай. Кто говорит это? Что? Сам заберет. Звонит. Если будет успевать. Смотри, какое красивое дерево. Красное, красное. Интересно. Все листья сначала зеленеют, да? А осенью одни желтеют, другие краснеют. Какие тучи, да? Черные. Не знаю, вышел наш прачечный на работу или не вышел. Что, проехать? После 9-го будем звонить. А что ездить? Ты не хотел уйти от кашля брать? Нет? Тебе надо? Нет, кашля. Да. Нет. Я ж так не гавкаю, как ты. Не гавкаешь. Ты вообще сегодня ночью гавкала там. Я аж проснулся. Спал. Встал и закрыл дверь вроде у себя. Сходил в туалет, потом закрыл дверь. Я-то могу, если что, сосульки брать. Кашель останавливать. Я ты тоже сосал? Я нет, я забыла взять. Даже таблетки забыла взять. На столе лежат, думаю, блин. Пойду сейчас брать тебя, разбужу. Ух, как хорошо прибывает водичка. Такие волны. Нам ничего не надо в магазине. Это не зима, нет. Блит вода. Ч
веселится. Таблетки уже мальчики веселит. Хотел проехать, посмотреть, есть врач или нет. Да мне-то поехали, да? Проедем. Уже звонит наверняка. Нет, стройматериал привезли. А, точно. В мешках турника все. Полицейский. Читала, что сын Пригожина возглавил ЧВК Вагнер. Только что они теперь все будут в этом. Тетка вышла оттуда. Ты что, пойдешь? Там свет горит, значит, работает. А что, если так придешь, таблетки заказывать? Ну а что? Будут? Почему нет-то? А он по-правильному сейчас уже работает, да? По графику. Ну зайди да спроси на ресепшене, что они-то. Давай свояка. Да у меня нету с собой. Чисто позвоню. Сама главное, что вижу, что работает. Уже вышли с отпуска. Нет, может, у тебя всегда тут в машине? Нет. У тебя, кажется, тоже в документах, там дома, да? Ну, ничего, самое главное, что работа, никаких объявлений нету. Велосипедист едет. Он уже успел. Если что, сосульки брать, кашель останавливать. Я ты тоже сосал? Я нет, я забыла взять. Даже таблетки забыла взять. Они лежат, думаю, блин. Пойду сейчас брать, тебя разбужу. Ух, как хорошо прибывает. И волны. Нам ничего не надо по земле. Это не зима, нет. Литва, да. Значит, приехать, попробовать дозвониться. Да мне-то поехали, да, проедем. Уже звонит наверняка. Это тоже машина такая стоит. Вкусно, что играет.
Нет, стройматериал привезли. А, точно. В мешках, в турнике. Милицейский, полицейский. Читала, что сын Пригожина возглавил ЧВК Вагнер. Только что они теперь все будут в этом. Четко вышла оттуда. Евро-74 дизель. Вот дороже. Супер, овер-83. Да, вот он всегда дороже. Как красиво, да, листва все. Здесь уже цвет все ушел с деревьев, да? Красивые стояли. Но... Yeah.